Видео не является призывом действий. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Роланд Морозов. И сегодня в максимально коротком видео покажу обновление Велеса. То есть, Велес всегда прислушивает нашим просьбам и добавляет ботам разные функции. И сейчас добавили функцию выход из сделки по сигналу. Друзья, это настолько классно, что люди, кто не имеют такого большого опыта трейдинга, у них иногда бывают сложности настраивать ботов. То есть они не могут решиться, когда выйти из сделки. Ну, это... Бывает такое. Я показываю пример теперь. Все настройки вы, конечно же, находите на моем канале. Или если вы мой партнер, прямо можете спросить у меня настройки разные. Но теперь в разделе «Профит» есть три варианта, как выйти из сделки. Ну, естественно, есть простой, где просто выбираем, сколько хотим получить профита, и вроде бы все, да. Это, на мой взгляд, самый такой неэффективный, потому что надо долго ждать. Есть еще раздел свой, тут мы можем выставлять, как сказать, ордера, как мы хотим выйти, ступенчатно, блин, чуть язык не сломал, сейчас вам покажу. На примере, вот у меня стоит свой, смотрите, можно ставить проценты, когда хотим выйти, если будет прибыль 0,4, там 50% сделки выйти и так далее. Я пользуюсь этим вариантом, поскольку тут есть стоп-лосс без убыток, это для меня важно. Но добавили еще вариант сигнал. Что это означает? Если человек не уверен, когда правильное время выйти, реально ли набрать такую процент, как желаете, можно просто нажимать «Добавить фильтр» и отсюда выбирать любой фильтр, по какому вы хотите выйти. Что означает какой фильтр, я тут объяснять не буду. Если вы мой партнер в Велесе, просто напишите мне, я вам объясню именно конкретный фильтр, что он делает. Просто спрашивайте, что делает, например, полосы Боллинджера и как его пользоваться. Все, друзья, теперь есть выход по сигналам. Это очень и очень круто. То есть, чем дальше, тем больше мы подходим к реальному торговлю. И невозможно сказать, что какого-то функции не хватает. То есть, что вы не получили прибыль по этому причину, что нету такого или другого функции, что есть на бирже, и вы не можете его автоматизировать. Теперь вы можете бесплатно автоматизировать, ну, просто любую стратегию, что вам вообще приходит на ум. А с вами был, как всегда, я, Роланд Морозов. Если это видео было вам полезно, ставим лайк, подпишемся на мой канал. Все полезные ссылки будут в описании под этим видео. И, друзья, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока!